Итак, всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами обзором моей посылки с AliExpress, которую я получила. Это одна из таких моих самых больших покупок именно ножей еще в одном магазине. Но я покупкой очень довольна, потому что ножи достаточно острые, прилезают хорошо, и сами дизайны мне тоже очень нравятся. Итак, давайте начнем. Сначала посмотрим вот этот ножик. Здесь я пока не знаю, может быть, я отделю, чтобы флажки были цельные, и потом просто друг на друга их наклеивать, потому что, ну, просто рамочка, пока не знаю, нужно ли мне, чтобы это было так. Но здесь есть и другие формы. Это вот такая рамочка просто овальная, буква А, ну, либо это может быть буквой О. Цветочек, птичка. И листочек. Дальше посмотрим вот этот вот ножик. Здесь, смотрите, есть пяльца. Вот такие. Рамочка. Ласточка. Цветочек, листочек. Такие мелкие. И вот достаточно много пуговиц. Они, что мне нравится, они все разные, так что можно их очень хорошо использовать. Они всегда нужны. Дальше посмотрим. Вот такие травки. А листочек и травинка. Рамочка. Сам нож. И такая рамочка. Вот этот ножик мне тоже понравился. Здесь такая рамка и всякие скрепочки. Вот есть перо, такая канцелярия, скажем так. Дальше покажу ножик с алфавитом русским. Вот здесь вот можно посмотреть, а у меня буквы, вот я сложила слово. А, вот это, кстати, вот из этого же ножа, такая, как пленка. Дальше ножик с кружевом. Шестеренки. Домики. Тут вот 4 домика. Что мне нравится, у них у всех открываются дверцы. Это можно, ну, как-то использовать, можно там что-то сделать. И вот этот нож, единственное, я его не очень хорошо поняла. Возможно, его нужно разделить. Пока я точно не знаю, как я буду делать. Что-то придумаю. В общем, здесь получается вот такая штука. Цифры. И вот эти, они просто, получается, прорезаются в негативе, их приходится потом вырезать, либо вот здесь я оторвала. В общем, я не знаю, либо это так задумано, либо, не знаю, может, их надо как-то на самой бумаге, может, как бы просто, чтобы делать край. В общем, пока не знаю, буду экспериментировать и разберусь по ходу. Ну и вот еще заказала такой ножик с русскими надписями. Мне вообще они очень понравились. Очень хорошо будут смотреться на открытках. И они мне всегда нужны. Так что вот. Всем спасибо за то, что посмотрели мой обзор. Если нужно, я оставлю ссылку на этот магазин где-то в комментариях или в описании. И также она будет в нашей группе ВКонтакте.